Еще одного автора хотелось бы вспомнить. Это Юлий Чесанович Ким. Да. Существует легенда о Юлии Чесановиче, что он ни одно свое решение в своей жизни важное не принимает, не посоветовавшись с каким-то мифическим Федей. Ну, ехать ему на концерт или не ехать. Да, или выпить ему, скажем, после концерта, или почитать детективы. Он очень детективы любит, это точно. Да. Ну вот прошло большое количество времени, и буквально недавно выяснилось, что Федя – это не брат, не сват, не отец, а самое дорогое, что есть у Юлия Чесановича Кима – это его свой собственный организм. И вот доподлинно известно, что любимым местом отдыха Феди и Юлия Чесановича было и остается побережье Черного моря. Чудное море, Черное море, о, этот блеск плюс блеск близкой волны. Мы окунулись раз в Черное море, и оказались точно негры черны. О, это счастье разнузданной лени, возьмите все, 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 все у меня. Только оставьте мне капельку тени, холодного пива и горячего дня. Ча-ча-ча-ча шум в голове. Мы их не выпили и половину, значит, остаток дотянем в Москве. Зной, 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 да вода. На самолете или в экипаже, но ведь нельзя же не вернуться сюда.